откуда знала, что он такой страшный? Вообще ужас какой-то. Не могу на это смотреть. Чего так перепугались? Я же просто хотел пранкануть немножко. Блин, на вас даже лица совсем нет. Да, Серег, конечно, мы и будем бояться сейчас, потому что мы смотрим ужастик, он, знаешь, нервы к чертикам. А что за ужастик? Да, заклятие, второе. О, слушайте, а я недавно диск купил прикольный. Там прям вообще ужастик конкретный. И в магазине еще купил самое главное. Он какой-то прям под подвал сделан, что ли. Я не знаю, так и должно быть. Там и окна выбиты, и запах какой-то непонятный. И вообще, там на полках такие ужастики стояли, от которых прям кровь в жилах стынет, а волосы сразу же сидеют. Хотя мы и так с вами тут блондины, нам это не страшно. Ну что, смотреть будем? Ну ты диск-то покажи. Ну вообще, то, что ты сказал, звучит небезопасно, Сережа. Может, это даже и не магазин был? Ну не знаю, там и ценники даже были. А продавец там огромный бородатый дядька. И он мне сказал, ни в коем случае не смотреть этот диск в 3 часа ночи. Не можешь заснуть без сериальчика? Хватит считать овец. Смотри видео в ВК-видео. Сериалы, фильмы, шоу. Смотри здесь все. Приложение скачала? Офигеть! Это фильм про Шансоне Коэкси! Офигеть! Даже описание фильма есть! А сам диск какой страшнючий! Самое интересное, видите, какое нанесение на диске? Это 100% не пиратка, а лицензия какая-то. Такое качественное нанесение. Ладно, осталось только одно. Вставить его в DVD-проигрыватель. А у нас же телек совсем современный и новый. Там даже DVD-проигрывателя нету. Отлично. Может, мы и не будем ничего смотреть, ребята. Просто спать ляжем, а? Серега, мы же живем в загородном доме. А в загородном доме всегда есть чердак, где есть куча всего полезного. Но у нас, правда, чердака нет, но у нас есть подвал. У меня там не то что дисковой, у меня там даже кассетный проигрыватель есть. О, ну давай скорее в подвал беги тогда и неси. Только один иди, а то нам тут страшно с Машкой. В подвал после ужастика идти. Там очень страшно и темно. А мне не страшно. Я на самом деле вообще прикалывался, что мне этот ужастик меня пугает. Я вообще парень. Во, монстр выбежит, я ему пау. Потом он такой, не надо, Артем. Я такой, чао. В общем, сейчас приду. Хорошо, будем ждать. Мне кажется, он на самом деле боится. Да, говорил, ничего не боится. Он трусишка. Артем, соберись. Ты должен быть смелым. Давай. Просто сейчас возьмем в подвале то, что нам нужно, и быстро уйдем. Ребята не должны знать, что мне страшно. Фу, просто вячик. Ладно, DVD-проигрыватель. Надо его взять и валить отсюда. О, вот же он. Сетка, вроде рабочий. Навьё. Я взял, что мне нужно. Если в этом подвале кто-то есть, то знай, я знаю кунг-фу. По мультику «Кунг-фу панда», правда, но знаю. Всё, я ухожу. Фу, достал. Вообще не страшно было. Я там в этом подвале как король себя чувствовал. Смотрите, а? LG, качественный, помню, как лично его покупал. Да-да, Артём, мы тоже знаем, что ты там очень смелый был в подвале. Давай, Серега, подключишь? Я не знаю, как его подключать. Ой, да чему вас в школе учат? Сейчас сам все сделаю. Так таблицы умножения учат, Артём. 7 на 7. 48. Да, только есть одна проблемка. Нужных кабелей нету. А тюльпаны-то я выкинул давно. Тут есть HDMI. Отлично, так. Смотрите, ребят, учу вас устанавливать DVD подключать.
ставите под телевизор. Сзади телека всегда есть розетка. Так, оп. И втыкаем HDMI. Так, все подключил. И сейчас должно заработать. Во! Сюда вставляем диск правильной стороной и нажимаем закрыть. Во! Работает! Сейчас посмотрим, что там Серега купил. В этот раз чипсы буду. Эй, там что-то нифига не работает, там белый шум. Эй, сейчас разберусь. Мастер на все руки. Не должно же работать. Не хочется перед ними опозориться. Ладно, ребята, сейчас я вам покажу лайфхак, как починить абсолютно любую технику. Запоминайте. Ну-ка. Давай, пожалуйста. О, заработало. Ну все. Ну давай, не лагай только. Вроде показывает. Я ж сказал, что починю. Тут думать надо, по уму все делать. Действительно заработало, Артем. Включай, Серег. Смотри, почему-то фильм без звука. Я на всю уже прибавил, а ничего не происходит. Получилось? Да, только Серег слайд-шоу купил. Это должен был быть страшный мультик. О, Серега, начинается что-то. Не только слайд-шоу, прям настоящий мультик про шансоника. Кстати, а знаете что? У нас же есть проектор, мы можем устроить настоящий киносеанс. Раз такой мультик ты особенно купил, а? Только я не знаю, где у нас этот проектор твой находится. Проектор? А сейчас найдем. Давайте, а? До 3 часов ночи осталось совсем чуть-чуть. Мы можем прямо эту страшилку в 3 часа ночи посмотреть. Нет, пожалуйста, это будет все плохо. Я не хочу в этом участвовать. Все, разделимся, Серега, окей? Чтобы побыстрее все найти. Маша, давай, ты тоже помогай. Ладно. Блин, да придумывают они своих идей. Мне уже с одного ужастика страшно. Зачем это все? Спать-то надо. Что это? Мне не нравится этот звук. Блин, под кровать еще смотреть надо. Фу, ладно, не боимся. Что там может быть, да? Тапочек? Фу! Спасибо большое, Тапочек, что это ты? Только что это вообще такое? Артем, что ли, купился? Марио бутсы какие-то. Тоже мне. У него какой-то шопоголизм. О, а может в шкафу проектор? Ладно, там посмотрю. Блин, я не понимаю, почему он не открывается. Ладно, не буду смотреть. Надо дальше искать. Проверил. Посудомойки проектора нема. Да куда мы его засунули-то, а? Я помню, в прошлый раз мы ноутбук в сауне нашли. Это Серега хотел париться и смотреть видео про баньку. Ладно. А сейчас здесь какая-то кофта. Сетка. Ну, это мой монстр Флоев. Да блин. А может, в камин кто-то засунул, а? Здесь тоже нету. Блин, давай. Думай. Ты же самый смышленый в этой команде. О, мой телефон. Можешь загуглить? Игра? Эй, а кто это мне тут все сбил? Опять мой телефон кто-то трогал. Ребята, если вы не в курсе, то есть игра прям с нами, где можно выбирать меня. Ну, рекомендуем за меня играть. Хорошо, что ты меня выбрал. Вот. Здесь вообще очень круто. И самое главное просто. Есть 2 режима игры. Выживание или уровни. Но суть одна. Нужно убивать монстров и подбирать полезные предметы. Также есть турнирная таблица. И ты можешь посостязаться с нами. Со мной, Серегой, с Машей. И выйти на 1-е место. И тогда мы тебя заметим. Представляете? Я вспомнил, где проектор. Он же под раковиной был. Вот он! Родименький. Даже не в пыли. О, какая красота. Сейчас мы его подключим к ноутбуку или к телеку. Блин, разделяться была не самая лучшая идея. Во всех страшилках после того, как герои фильма разделяются, 100% кого-то убивают. А я тем более даже не видел, как выглядит этот проигрыватель. Чё я сейчас вообще искать буду? А это еще что такое? Откуда этот цвет взялся в нашем подвале?
И вообще, кто его тут оставил? Обычно такие остаются, когда машина на быстрой скорости прям... бум! Промчится, и после этого от колес остается такой след на асфальте. Пахнет прям жженой резиной, прям... чувствуется, что он недавно был оставлен. Только откуда он тут взялся? У нас даже в подвал машину не загнать. Странно это все как-то. Эй, кто свет в подвале выключил? Ау! Артем, Маша, это вы? Выходите и хватит меня пранковать. Вообще-то страшно немного. Как тебя включать-то? Ага, подключать сюда. Флешку можно вставить. Это чё? Ребята, это же колечко, как у Соника. Откуда оно тут? Странно это всё. Ой, ваза Сафика. Ладно, мы ему не расскажем. Ребята, я нашел проектор! Давайте сюда, вниз! Куда они подевались? Ребята, ну сколько вас можно звать? Артем, в подвале Шинсоник! Там Шинсоник, Артем, он меня чуть не съел! Успокойся ты, проектор сломаешь! Чего вы тут кричите? Там в подвале Шинсоник настоящий, у него пасть такая огромная, он на меня как напал, я вообще испугался! Сережка, ладно тебе, я понимаю, подвал это страшно, вот... Ну, ладно, я туда зашел, как мужчина такой. Все разбежались, взял тогда DVD-плеер. А ты просто, ну, боишься, тебе вот и показалось, да, понимаешь? Да там реально был Шинсоник. Серега, люди, которые боятся, они себе додумают, докручивают. Все, вон, я проектор нашел. Давайте сейчас на большом экране все посмотрим, а? Ну, ладно, наверное, все-таки реально мне причудилось. Ну, конечно. Кстати, интересно, а сколько среди наших зрителей прям храбрых? Ребята, если вы считаете себя храбрым, то поставьте прямо сейчас лайк под этим видосом. Все, пойдемте смотреть. Хватит там баловаться. Все, я настроил. Теперь будем на большом проекторе глядеть. Ну-ка. Оп. Ну, на проекторе смотреть не так уж и страшно. Не знаю. Артём, выключи! Да Серёга, господи, а! Ты чё меня пугаешь своими криками? Это проектор, это не настоящий! Бежим, бежим! В смысле? Бегом, 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 закрываем! Держите! А я говорил, что я его видел! Откуда он взялся? Ребята, держите, пожалуйста! Это, наверное, потому что мы посмотрели в 3 часа ночи этот дурацкий мультик, а я говорила, что не надо! Вот сейчас выломай дверь, нужно баррикаду строить! Давайте бегом, бегом! Ладно, Мишка, надеюсь, ты нас спасешь! Я не это имел в виду! Вы же меня здесь закрыли, разбирайте это! Ё-моё, Маша, давай быстрее! Блин! Давайте, он сейчас прорвется! Вылезай, 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 вылезай! Давай, Серег! Все! Побежали! На выход, на выход! Пока! Бегом, 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 бегом! Ну что ты не открываешь? Серега, давай ключ, бегом! Какой еще ключ? Как, какой ключ? Мы без ключа не выберемся! Ты че, ключи же у тебя всегда были от дома! Да нету у меня никаких ключей с собой! Блин! Ребят, это что за звук? Он прорвался. Это был единственный выход. Ты ключ забыл. Давайте тихо попробуем прошмыгнуть мимо него. За мной. Дело плохи. Он точно прорвался и все тут разгромил. Давайте бегом спрячемся и смоемся из дома, окей? Ладно, главное, чтобы он нас не заметил. Пошумите. Нам надо на цыпочках аккуратно уйти. Быстрее, пока он не... Отпустите! Ребята! 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 Бегом! 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 Ребята, давайте, давайте, давайте!
Шинсоник! Все, прячемся! Под одеяло, под одеяло! Поделитесь местом! Ребята, мы тут не сможем долго прятаться. Он нас 100% найдет. Он же такой быстрый. Видели, как он у нас за спиной так оказался, а? И что ты предлагаешь сделать? У нас есть преимущество. Ну-ка, кыш. Вот, это я ужастики перед сном смотрел. Сейчас, у нас же скрытые камеры есть. Вот, видите? Точно. Гостиная. Капец, он быстрый. Конечно, это же Шансоник. Так, бассейн, где он? А? Подвал? Оу, капец, какой скоростной-то, а? Ты точно дверь закрыла? Да, закрыл, закрыл. Слушай, убежал. Так, надо придумать план, как его отвлечь. Есть у кого-нибудь идея? Маш, давай, ты думай, ты же у нас умная девочка. Ну, у меня есть одна идея. А какая? Но она немного странная. Давай, предлагай, предлагай. Сейчас. Надеюсь, что-то стоящее придумает, а то дубайским шоколадом его не подкупишь. Итак, моя идея была в том, чтобы сделать максимально похожий костюм на доктора Эггмана. Ведь так мы сможем отвлечь Соника и убежать. Получилось? Нам конец. Да ладно, ребята, ну чего вы? Ну, нам нужна всего секунда времени. Я думаю, что он поймет, что... Он поймет, что это ты. Да у нас нет другого выбора. Давайте пробовать. Ладно, Маша права. У нас действительно нет другого выбора. И надо пробовать. Все-таки это его злодей, и он даже его образа боится. Посмешим его перед смертью. Ну, пойдемте. Тише. Вон он. Все, Маш, давай. Твой выход. Эй! Соник, это я, доктор Эггман! Я тебе сейчас так иголки начищу. Давай в бассейне подеремся, там больше пространства. Ребята, быстрее проходите. Серега, побежали? А вы говорили, что он мне не поверит. Серега, давай! Нужно валить отсюда! Мы быстрее, только Артем! Все, подожди! Давай, не подведи, хоть бы бентик только был! Ну что? Есть! Да! Подожди. Давай, Маш, прыгай! Все, валим отсюда нафиг! Что? Шинсоник! Мы не успеваем, блин! Он же гипербыстрый, что там теперь делать? Есть один вариант! Ну-ка, слезайте быстро! Ребята, сейчас зима, и выпал снег. А снег это что? Вода! А вода проводит электричество! Вы меня обманули! Теперь вам не убежать! Серега, это плюс, а это минус. Держи. Ага. Фу, ребята, мы сейчас попробуем Соник, Шинсоника ударить током, аккумулятором от квадроцикла. А колеса у нас резиновые, поэтому нас ток не ударит. Давай сюда. Быстрей, быстрей, быстрей. Он приближается. Эй, я все-таки доктор, твой злодей. Ты что, не видишь? Ты, Маша, он не верит. Все, Серега, теперь они под напряжением. Давайте, прыгайте на квадрик! Конец тебе, Шинсоник! У нас есть время! Нам надо спрятаться в лесу пока! Квадрик заглох! В смысле? Кажись, бензин кончился! Это очень плохо! Ё-моё, Артём купился кабана, он жрет как не знаю кто! Ну, простите, ребята, я-то откуда знал? Что делать-то теперь? Он же нас догонит, он мега быстрый! Ребят! Что? Нам только бежать! Выхода нету! Какой он огромный! Нам с ним не справиться! Хотя, чё это не справится? Ребята, если хотите увидеть продолжение, то 150 тысяч лайков под этим роликом. А пока что тыкай сюда и смотри эту пулю. Пожалуйста, хочется выжить. Может, пойдем?
Ребята, 150 тысяч, и мы даем ему отпор. Давай, а пока посмотри вот это видео и пока!